Тесто мое поднимается, хорошенькое, на булочке. Будем сегодня стряпать булочки с творогом. Так, сейчас я буду шинковать капусту для того, чтобы потушить капусту на морковочку, все остальное. И будем сегодня с вами тушить капусту. Плюс еще какой-то, ну, дети, как всегда, просят макароны. Как я думала, вчера немного сварила, и Илья в оконцовке все их растеребанили, эти макароны. Все понемножку, но поели. Сегодня просят, говорят, сказали, мама, свари побольше макарон. Ладно, будем детям на гарнир еще и макарошки варить. Ладно, сейчас нашинкую, не буду уж показывать, как шинковать, а то многие возмущаются, что я показываю. Поэтому не буду показывать, нашинкую, потом все увидите. Так, поставила уже морковку зажаривать. Сегодня хочу еще вот эту вот все поубирать, надоело все. Там поставила яйца варить, хочу еще сделать пирожки с рисом и яйцом, во. Тут для макарон. И дрова переложила пока сюда, там все вычистила, сейчас Егор мне туда сырых дров натаскает. Так, как-то бы еще свет включить, да? А как включить? Во. Видите, там вот все мы заделали линолеумом, но вот кроме верха. Удобно выметать, слушайте, все классно. Сейчас Егор мне там сырых дров натаскает, оно будет сушиться этим, пока я печку топлю. И нынче нам надо еще и печку переделать. Знаете почему? Сейчас подкидывала дрова, а там выпадает вот этот вот куски кирпича. Причем у меня таких два выпало. Но этой печке у нас что получается? Сколько лет? Лет 7, наверное, 8, вот как мы ее сделали. Поэтому нынче нам еще надо будет. Она у нас железом обита, нынче еще надо будет эту печку переделать. Так, ладно, пока зажарка у меня жарится. Так. Я помешала тесто. И помешать морковку и немножко отодвинуть вот эту вот кастрюльку, чтобы посильнее поставить морковку. Сейчас Егор будет дрова таскать, поэтому я сильно так снимать, наверное, не буду, но вот как-то вот так вот покажу. Опять без головы, да, скажете. Ну вот вы же готовку видите? Это уже хорошо. Добавляю туда лучок. Здесь обжаривается. Можно будет пирожки еще с капустой тушеной сделать. Как раз у меня пока там готовится все дальше. Так, что у меня в духовке? В духовке все. Сейчас вы увидите, как Егор у меня таскает дрова, складывает. Он в основном сделает три раза, принесет дрова. Ну а я сразу заметаю, чтобы по кухне, по комнатам не разносились как мусор. Поэтому вот так вот будет на ускоренной скорости. Надеюсь, вам это понравится. Натаскал мне Егор дров. Вот видите, мы сзади ложим сырые, чтобы они обсыхали еще. А спереди у нас уже сухие. Я уже засыпала капусту с морковкой с лучком. Обжаривается. А в духовочке у меня запекаются мои ленивые голубцы. Сейчас достану, наверное, их немножко поверну, чтобы получше было. Ладно, готовим дальше. Достала тефтельки. Вот смотрите, мне как-то одна женщина написала, ну не тефтельки, а эти ленивые голубцы, как сделать так, чтобы оно, ну, не разваливалось. Видите, у меня ничего не разваливается. Они у меня такие. Я всегда их вот так вот переворачиваю, чтобы с обоих сторон хорошо приготовились.
И сейчас обратно убираю в духовку для полного застывания, ну, запекания. Хочу убрать эту мясорубку на летнюю кухню. Пусть там он ее реанимирует. Без толку, мне кажется, ее реанимировать. Стоит только место, занимает. Сейчас пакет все сложу и унесу на летнюю кухню. Пусть там сколько хочет, ее реанимирует. Надоело. Вот это вот все. Поубираю. И все. И на летнюю кухню этот пакет унесу. А здесь надо повыметать. Многие спрашивали, что у тебя такая доска грязная. Ребята, это покрашено этой. Лак. Дуб, по-моему, что ли. Мы все вот эти вот все доски лаком всегда покрываем. Почему-то не знаю, такая привычка. Так, сейчас отдам сыну, чтобы унес туда. Чтобы место тут не загромождалось. А мы продолжаем пока готовить, кушать. Так, дорогие мои ленивые голубцы, у меня готово, только весь соус выпарился, видите, поэтому я всегда их переворачиваю. Вот сейчас буду разлаживать их уже, с макарошками будут кушать. Ну вот видите, они у меня как котлетки получаются, они у меня не разваливаются, ничего не это. Как бы нормально, но мне нравится. Так, ладно, сейчас, на, дочь, держи, а я буду тогда раскладывать, хорошо? А ты снимай, как ты видишь, удобнее, как тебе. Так можешь не в одном положении, можешь отойти немножко от меня, а то как бы мне так неудобно. Немного. Сейчас разложим, и с макарошками они будут кушать их. Ой, полотенце упало. Убери, пожалуйста. Соус сейчас мы это тоже ложечкой вычерпаем. Сверху. Так. Что у нас получается? Порции, может, что мало. Наложили 2, 4, 6, 8. Сейчас еще остальным наложу и покажу. Так, все. Мы все блюда разложили. Света, ложки разложи и давай кушать им, хорошо? Да, мы еще сварили яйца. Сейчас у нас отварился рис. Будем пирожки мы делать разные. Но это мы вам расскажем чуть позже. Вот такой вот у нас ужин. Пишите, что у вас на ужин. Мне будет очень интересно. Ну что, дорогие, сейчас мы будем с вами стряпать. Прибрала я стол, помыла все, отмыла его. Что-то у меня скатерть, вот какие-то пятна, вот некоторые не оттираются. Ну ладно, будем сейчас чем заниматься? Будем стряпать пирожки. Решила я пирожки сделать. Сначала хотела только с творогом, но решила разные сделать. Капустой и рис, яйцо и лук зеленый. И с творогом. Ну что, будем приступать делать пирожки? Кто со мной? Пишите ваши комментарии. Давай. Ребята, решила нынче без масла делать пирожки. Буду просто в муке их обваливать. Опять Ксюша на кухню прилетела. Ну-ка, убери ее оттуда. И будем делать первую партию пирожков уже. Что у меня тесто какое-то сегодня прямо дрожжей, видать, много положил. С капустой сначала, потому что капуста уже остыла. Напишите мне вообще, кто, с чем любите вы пирожки. Я, например, как раньше с бабушкой стряпала, люблю с рыбой. Она всегда стряпала вкусные с рыбой пироги. С рыбой или же с капустой. Вот тоже она делала очень даже вкусные. Вот такие вот пирожочки у меня получатся. Так, первый противень с пирожками готов. Света сейчас его смазывает яйцом. И мы уберем в духовку выпекаться. А пока буду делать следующую партию пирожков. Пока первая партия выпекается, я уже наделала кучу-кучу заготовок. Капусты осталось немножко. Вот еще это доделаю, а потом буду другие пирожки еще делать. Но мне кажется, у меня начинки все, и что вот все здесь начинка есть, мне не хватит. Потому что, ну, я очень много сделала теста. Ну, тогда просто еще хлеб постряпам. Тоже очень вкусно будет. Так. Первая партия пирожков с капустой уже готова. Сейчас переложу в тазик и буду следующую заготовку уже слаживать и ставить выпекать. Всем, кому нравится, ставьте лайки. Так, вторая партия с капустой пирожков готова. Сейчас их вылаживаю и последнюю партию буду залаживать с капустой. Потом уже будут другие начинки.
Это у меня последние заготовки с капустой. Вот сейчас я их сложу и выпекаю. Потом будем начинать с рисом и яйцом и с луком выпекать. Так, дорогие мои, последняя партия пирожков с капустой у меня готова. И вот что у меня получилось. Целый тазик их, этих пирожков с капустой. Детки уже, правда, по одному брали, ели. Поэтому вот так вот. Следующее будем выпекать уже с рисом и яйцом. Сейчас все уберу и будем ложить уже с рисом и яйцом. Так, ставим первую партию с рисом и яйцом. Так, первая партия с рисом и яйцом готова, поставила уже вторую выпекаться. Теперь еще надо сделать с творогом. А теста ведь, ребята, еще много. Сейчас я вам даже покажу. Вот еще сколько теста. Я надеюсь, что у меня творога. Но у меня в холодильнике еще творог есть, если что. Тоже будем делать пирожки. Готовим дальше. Почти. Пока я тут делаю пирожки, Катюша у меня моет посуду. Да, Катюша? Я уже делаю последние с творогом. Идите, Оксана, туда, пожалуйста. Хорошо, пока. Надеюсь, что мне творога хватит на все пирожки. Скоро ребята уже в школу пойдут. Дальше учиться. Вот такая вот, как бы так показать, какие пирожки у меня получаются. Ну, вы видели. Еще целая миска теста. Катя помыла, расческу положила здесь. Ну и посуду. Тут тебе немножко посуду-то мыть. Да? Вот так вот и делаем. Мама пирожками занята, дочь посуду моет. А третья там прибирали. Сегодня вы прибирали со Светой или с Машей? С Машей. С Машей прибирались. И Оксана немного, да, помогала? Пока я тут пирожками занимаюсь, я им сказала прибраться, тогда я за компьютер разрешу посидеть. Они прибрались и по полчаса за компьютером посидели. Это самый лучший для них это мотиватор для того, чтобы за компьютером посидеть. Хотите что-то получить, тоже выполните что-нибудь. И вот у нас также. Я сегодня полдня уже на кухне стряпаю эти пирожки. Вот уже два тазика настряпала, сейчас третий. Начинаем стряпать. Завтра у меня Ильюша уже поедет в Соликамск. Потому что послезавтра у него учеба уже начинается. Все. А мы начнем делать в маленькой комнате ремонт. Я начну освобождать все шкафы, убирать. Будем разбирать мебель. И будем стелить линолеум. Вы меня спрашивали, когда начнем? Вот как раз начнем. А большую комнату я в этом месяце куплю линолеум. Тоже будем делать. Не переживай, мы же быстро все сделаем. А потом начну покупать стройматериалы для пристроя. И начнем. В первую очередь мне бы надо, по идее, на железо на крышу купить. Потому что у нас крыша вся текет. А я вот думала, железо надо купить на крышу в первую очередь, чтобы муж перекрыл крышу. А потом уже доски на потолок. Потом на ДВП еще покупать. Надо сейчас уже ДВП покупать, чтобы в маленькой комнате линолеум постелить. Надо ДВП купить. У нас не хватило, потому что того, что я брала, нам не хватило. Это получается. Я надеюсь, что я нынче завершу пристрой. И там у нас будет зал, а эти три комнаты будут как спальни. Потому что многие спрашивали, что там будет. Там будет зал, там будет туалет и будет гардеробная для курточек. Закрытая будет гардеробная, не открытая. Вот как у нас здесь коридор, все видно. А там будет закрытая, как комнатка. Потому что я давно такую хочу, вот поэтому вот так вот.
заготовки творожных пирожков. Так, ладно, я сейчас достаю рис с яйцом, последнюю партию. Я две партии. У меня получилось капустных 3 противня, а рис с яйцом 2. Творожных, ну, скорее всего, 3 тоже выйдет. Ну, вот как-то так. Так, рис и яйцо, 2 партии получилось. Ну, вот переложила в другой тазик, большой освободила для творога. Там капустный полный тазик. Короче, много жарим. Все, поставила последнюю партию выпекаться с творогом. Короче говоря, здесь у меня с творогом, но тут уже много поели. С капустой тоже много поели. А там с рисом, яйцом и луком. Илья попросил такие отложить, и с творогом попросил отложить, тоже я ему отложила. Завтра он поедет, когда в Соликамск возьмет с собой. Детям больше понравились какие, Маша? Капусты. С капустой. На первом месте с капустой. На втором месте яйцо и лук. Да, на втором месте яйцо и лук, на третьем с творогом. Но с творогом они не очень любят, да, Маша? Бери, бери, Оксана. Стоит так, смотрит, ждет, когда я видео засниму. Ладно, дорогие друзья, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я пойду отдыхать. У нас время уже 10 вечера подходит. Я с 2 часов дня пробыла на кухне, не выходила из нее. Как думаете, у меня к 10 часам какое сейчас настроение? Пойти лечь, лежать и не вставать. Всем хорошего вечера, всем желаю всего самого хорошего, всем крепкого-крепкого здоровья, ну и всем говорю пока-пока.